Всем привет, зрители, подписчики моего канала на YouTube. Сегодня я хотел бы вам такой сделать ролик. Год без сигарет. Что он означает? Это то, что ровно год назад, 10 февраля, да, вот, я бросил курить. Да. Как, в принципе, вы видели по роликам, в принципе, еще то, что да, я не курю. Вот, но что я хочу вам сказать. Я вот просто хочу данный ролик записать не для того, что там, как бросить курить, как это, в принципе, каждого, типа, тоже должно быть свое мышление, вот, свои типа, поступки, будет он бросать или нет. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Ну, скажу, что я лично захотел. Не то, что там сам как-то что-то. Может быть, и сам. Ну, в первую очередь, наверное, из-за детей. Вот, то, что ребенку исполнилось моему второму, получается, Илюше полгода, да, 5 февраля 2000. 13-го года, и что-то мне, не знаю, захотелось, я не знаю, надоело просто курить уже при детях, не знаю, там маленький, и решил все-таки бросить курить. Курил я, кстати, не изменяет память, около 20 лет, да, около 20 лет, и это, конечно, многовато. Получается, это около 15 лет я начал так вот, ну, по первости, конечно, да, может быть, и немного, но все равно я считаю, что около 20 лет. Да, за это, конечно, 20 лет я бросал курить, пробовал, вернее, бросать, как это можно сказать. Самый большой, наверное, промежуток времени, это было где-то около 3 месяцев, наверное, лет 6-7 назад. Вот, я не курил, а потом все равно так вот получалось. Ну, за это время, все равно раз 3-4 я пробовал. Ну, вот именно сейчас такой, да, вот, год, прикиньте, год. Это, конечно, без ничего, кстати, никаких, я вот... Значит, этого я никогда не понимал. Людей кодируют, так же, как и алкогольной зависимости, то же самое от табачной зависимости. Но вот в данной ситуации они пластыри. Вот у нас я многие знакомые пластыри лепили себе, какие-то таблетки, какую-то там пасту, не знаю, там чистили зубы, там не знаю, там много было, конечно, кто вот, знакомых у меня. Даже некоторые читали какую-то книгу там. Читаешь и бросаешь курить там. Не знаю, кто-то вот бросал, но все равно это, получается, у тебя должна быть здесь зависимость, просто, да, ты как бы в себе сам это внушаешь, вот, и, может быть, люди бросали после этой книжки курить, я не знаю. Мне лично, не знаю, я вот ничего этого никогда не понимал, ничего этого не читал, и просто вот сколько постоянно раз бросал, это бросал вот просто, встал, закурил, и все, вот именно обычно как бы с вечера, да, ложись спать, покурил последнюю сигаретку, и все, с утра встаешь, ты уже не куришь. Вот, то же самое и сейчас, вот, в том году, получается, вот, ровно год назад. Я также это сделал. И вот хочу вам сказать состояние, конечно, мое, да. Первые 2 дня было жутко. Жутко как? Конечно, хотелось курить, особенно по вечерам. Примерно, начиная часов на 6 вечера и до самого почти сна. Такое ощущение, вот как наркотик, действительно, кто принимает, кто наркотики принимает, у них ломает. То же самое вот так меня, мне прям внутри, в душе прям вот хотелось этого никотина, вот это вот курить, все-таки, ну, я действительно, наверное, первый раз, может, за столько-то времени, что такое бросил, я себя переборол. Вот. Вот, данная ситуация, вот именно тогда вот хочется курить, мне кажется, первые 2-3 дня. Потом как-то все это вот немножко уже успокаивается. И еще вот один есть... Так вот, когда вот хочется именно курить, это вот, когда вот, если чуть-чуть не этот праздник, что-то выпил, да, и то же самое, это когда ты привык, ты выпил там, вышел, покурил, тебе это все это развеяло. Вот, и то же самое было со мной. Тоже был, по-моему, там, наверное, неделя была, да, это было как раз 17 февраля, у супруги Танюшки было день рождения, получается, ровно через неделю. И то же самое, пришли там друзья, то же самое курили, но вот тоже вот. Стоялось, хотелось все это, вот, особенно когда все это тебя, на тебя дымят, когда ты все на это смотришь. Вот, и да, хотелось курить. Но, действительно, я все переборол. И, в принципе, не то, что этим горжусь, но это очень хорошо, то, что я бросил курить. И я даже, вот если скажи мне когда-нибудь там лет 5 назад, что такое будет, это не верилось. Потому что сколько раз я его бросал, ну, максимум 3 месяца, и почему-то это вот больше у меня не получалось. Вот. И вот хотел такой запилить ролик об этом. Год без сигарет. С одной стороны, да,
это еще есть экономия, это вся, ну, все равно это даже сейчас, если как вам объяснить, не то, что я по рекламе сигареты, а это сейчас все стало уже не то. И сигареты, которые как курили мы раньше и сейчас, которые продают, все это уже совсем другие вещи. Ну, вот, потому что курил, я считаю, последние, наверное, года три сигареты Кента, они тут более как считаются. И по завышенным ценам продают тоже таким, ну, как считается, нормальная марка, но все равно перепробовал тоже, как бы, как это говорят, начинаешь бросать, вот, куришь, например, такие вот, как там, такие тяжеленькие, да, 8 миллиграмм сигареты, а потом переходишь, например, на шестерочку миллиграмм, да, там никотин или смола, как называется. То же самое было со мной, курил Кент восьмерку, потом Кент шестерку, перешел уже на Кент четверку. Ну, все равно, ты даже вот четверку ты куришь, просто все равно как воздух все отдыхаешь, там просто вроде не ощущаешь ничего, но все равно это считается как бы куревом. Вот, и в принципе, все это делает, и все это ерунда. Переходишь на легкий, на легкий, все равно курить, но достать, я считаю, это сразу. Должна быть сила воли, вот, все это дело бросить. А вот это то же самое, как люди кодируются, за это платить еще деньги, тебе ж, как, не знаю, как сказать, тебе же не платят деньги, чтобы закурил, правильно? Нет. То же самое здесь. За что? Зачем платить деньги? За именно то, от чего ты хочешь избавиться сам. Ты должен сам от этого избавляться. Я считаю это так. Вот. И я, в принципе, доволен этим. То, что чувствовать, конечно, себя немного лучше, конечно. Что, да, такая не такая чумная голова, как когда просыпаюсь с утра. Вот это вот первое влияние, да. Плюс запах сам вот этот, даже куриваю сейчас, буквально, ну не сейчас, где-то вот буквально полгода прошло, а летом я вообще уже перестал переносить. Обычно бывает то ли в подъездах накурено, либо когда на работе стараюсь уже вот курилку более-менее обходить, но все равно здороваюсь с кем-то, с товарищами, коллегами по работе, все это курят. Вот, все равно вдыхаешь, и это уже становится неприятно, уже действительно. Вот, получается, как действительно говорят, полгода, и у тебя вся эта зависимость никотиновая, она из тебя полностью из организма выходит. Действительно, до отвращения, получается, вот, спустя вот полгода я вот уже не мог, получается, вот, запах переносить. Ну, то же самое и сейчас. Так, вот уже, я говорю, подъездить, когда бывает, что накурено, и особенно сейчас зима, прекрасно понимаете, что люди курят в некоторых подъездах. Вот, тоже, в принципе, сейчас ввели эти законы насчет курева, табака. Все это, конечно, может быть, где-то решается в больших городах, в Москве, там, в Петербурге, да, и вот таких вот, я имею в виду даже в областных, не в провинциях, а в областных городах. У нас же этого, по-моему, законы эти не соблюдают, ну, в отличие вот только, что они продают возле садов, возле школ, вот. А так, не знаю, что на остановках, что в парках, ну, как называемые, где культурные такие места отдыха у нас это все происходит, все это дело курят, так что... То же самое можно, не знаю, в больницах, вроде значки это все есть, не курить, как положено, повесить, да, по закону, но сами доктора выходят в сторонку и это курят. Так что, ну, это, за этим никто не будет смотреть, во-первых, у нас, я считаю. И, в принципе, не знаю, это уже каждому свое, в принципе. Значит, кому нравится, тот курит, кому не нравится, тот бросит курить и не будет курить. Ну, вообще не курил, правильно? Вот, так что вот такой вот ролик я хотел сделать спустя ровно год, в принципе, даже для себя на память, потому что год это, я считаю, это для меня год, это очень большой срок. Я, конечно, не зарекаюсь, что я когда-нибудь, может быть, там лет через 5-10, может быть, еще какой-нибудь, конечно, у всех, как люди бывают, срываются, стресс, ну, я считаю, это, ладно, там, не знаю, это стресс должен пройти сам собой, все это должен ты переосмыслить, а... Не знаю. И для меня сейчас как-то вот это уже не то, что страшно, а с одной стороны, как-то как первый раз все это закурить, это будет очень плохо, я считаю. Вот. Ну и не хочу, в принципе, уже подрастают дети, и не хочу, чтобы это все это, конечно, видели. Я им то же самое говорю, так же буду. Не то, что советовать, но это их дела. Но, по идее, это не должно быть. Сейчас, как говорят, действительно, курево это уже не модно в нашем 21 веке. Так что вот такой вот вам ролик хотел... зрители, подписчики моего канала рассказать, сделать, показать. Вот. Не знаю, кому-то может что-то и поможет, не знаю. Ну, в принципе, я не советую кому-то что-то бросать, просто я делаю, как бы высказался свое мнение об этом негативном факторе.
Вот, так что подписывайтесь на мой канал, оставляем комментарии к данному видео, как у вас с этим дело, курите ли вы, не курите. Ну, просто, и мне интересно будет уже самому послушать ваше мнение. Вот. Подписывайтесь на канал. Всем до встречи. Всем пока.